Імпровізація ток-шоу, яке традиційно веде Рома. І сьогодні в нас в гостях на ток-шоу Санта і Арам. Забувайте, що ви Санта і Арам, тому що зараз ви будете іншими людьми, які будуть говорити словами на одну літеру. На яку зараз придумаємо? Ань, давай роздамо літери. Санті давай. Літеру. Р. 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 Если я не буду знать, что говорить, я буду говорить Р. Окей. Как пантера. Араму. Т. Хочешь Л? Т. Т. Арам, Т. Є. Тепер хлопцям. Костя. О. 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 Валік. А. А. Ого. Супер. І дай хоч одну приголосну, бо їм гамма хоча. Давай, Вові. С. С. Спасибо. Так, що нам залишилось придумати назву цьому шоу? А ну скажи, будь ласка, Санта, одне слово, будь-яке. Любов. Любов, з тебе слово. Морков. Морков і від тебе ще словечко. Давай, кажи, любов, морков. Надежда. Надежда. Любов, морков, надежда. Саме так називається наше ток-шоу. Хлопці, готуйтесь. Рома, готуйся. Ой-ой-ой. Любов, морков, надежда. Чоби ні? Отже, друзі, в ефірі нового каналу ток-шоу «Любов, морков, надежда». Хто придумав це, запитайте в Вані Різадінової. Ми починаємо! Здравствуйте! В ефірі вечірнє шоу «Любов, морков, надежда». А ми вже потеряли веру в наше шоу. Но мы выходим. Спасибо, что продолжаете присылать деньги на карту. У нас сегодня очень интересные гости. Я напомню, в прошлый эфир был интересен, был задан максимум. Я напомню, в прошлом эфире я был сам, рассказывал, как съездил на рыбалку. Но сегодня у нас целых два гостя, которые приехали к нам и поделятся своими проблемами. А как говорится, если есть в студии хотя бы один человек в кожаных штанах, проблемы есть. Итак, здравствуйте. Какая у нас тигрица сегодня. Как вас зовут? Регина. 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 И? Тарас Тимурович Таргарен. Таргаренко? Таргарен. 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 Если кто-то смотрел сериал... «Игры престолов». «Игры престолов». «Магия телевидения». Смотрите, как вас зовут? Тимур! Травма, травма. Травма, травма. Торпеда, Тимур. Травма. Тимур и Регина. Пока проблем нет. Но они у вас есть, потому что Тимур работает... Торшером. Троещинского трансформатора. Торшер Троещинского трансформатора. Токарем. О, вот, 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 вот. Тимур неправильно отвечает, он забегает вперед. Травма, травма. Вы работаете токарем? Токарь. Токарь на Троещине, а вы, Регина? Регулировщица. Регулировщица. Регулировщица, конечно. Итак. Регулировщица и токарь. Я знаю, что вы вместе... Кто вы друг к другу приходитесь? Родня. 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 Тетя. Тетя. Теща. Тетя, теща. Тетя, теща. Тесть. Теща, теща, тесть. Тимурчик, Тимурчик. Все-таки это тетя. Тетя, родная тетя. Вы, получается, племянник. Так, у нас так. Семья пришла. Обычная семья на Троещине. Он токарь, она регулировщица. После реформы полиции она пошла. Помните вот эта вот няшка-полетяшка? Вот она. И Регина. Регина, сколько у вас подписчиков? Сложно ответить, да? Сложно вспомнить. 300 тысяч. 300 тысяч. Вот Тимур молодец. Тимур, я тоже на вас подписан. Кстати, последнее фото. Где оно было сделано? Где это? Что это? Где вы такая? Рязань. Рязань. А, ты еще та плохая малышка. Так, мы сейчас, прежде чем в студию позовем первого гостя, ну, все-таки в семье произошло событие, о котором вслух не говорят. Но гости нам обещали рассказать. Тимур. Трагедия. Трагедия. Такая. Пожалуйста, вы можете нам довериться, Тимур. Начните. Что произошло? Тарелкой трахнула.
Травма. Тетя бьет племянника тарелками. Это бытовое насилие. Я так понимаю, мать ушла рано из дому. Легина заменила мать. И непослушный подросток. Сколько вам лет, Тимур? 30. 30 лет. 33. 33 возраст, сами понимаете. Такой у мужчин переломный. Токарь, ему мало, он постоянно время проводит на работе. Во сколько ты зарабатываешь? 3000. 3000. Тетя тоже, ну, полицейский, сколько зарабатывает, регулировщица. Тетя она, тоже. Последнее, просто, просто. Что ты последнее себе купила на зарплату, Регина? Резинку. Резинку. Бытовое насилие, весь подъезд, были заявления в полицию, постоянно шумят, драки в подъезде, вонь. Сейчас придет в студию наш первый гость, который также знаком с нашими гостями, и у него есть что рассказать. Давайте встретим его аплодисментами. Здравствуйте. Салют. Салют. Твой товарищ. Давайте сейчас выясним, как вас зовут? Разве? Сулейма. Сулейма. Сосед, я сосед. Сосед? Сосед? Вы сосед откуда? Ну, там, откуда? Снизу. Снизу. Одно слово. Снизу. Сосед снизу. 77-я. Квартира, я понимаю. А у ребят какая квартира? Помните? Сотая. Так. Так, получается, вы живете снизу, 77-й, у ребят сотая, получается, где-то на этаже по 10 квартир, да? Такой жилой комплекс. Соу-соу. Как жилой комплекс называется на трещине этот? Софиевские слюни. Хорошо, это возле реки которые, я понял. Так, ну скажите, ребята, какой дискомфорт вам они доставляют? Срам, срамота. Так, в подъезде все разбросано, да? Сорят. Сорят? А что? Сорят. Что они не убирают за собой? Санитайзеры, салфетки, сына. Так, я понимаю. Спицин. Спицин? Спицин. Ну, куда это годится? Никуда. Срам. А вам убирать. Так, может быть, еще. Я знаю, что у них постоянно какие-то... Ссоры. Ссоры? Ссоры. Тарелка бьет. Тарелка бьет. Кричат. Что вы слышали, что кричала тетя сыну? Старая санитарка. Сосунок. Унижала, да? Унижала. Срывалась. Скотобаза. Скотина. Вы как-то пытались прийти с ними, поговорить, как сосед с соседом? Вверх поднимали, звонили, открывали. Что они вам говорят? А, я понял. Но знаете что? Мы вам поможем. Да. Серьезно? Серьезно. Серьезно. Вы звонили в полицию? СМС-ка. СМС. Сообщение слал. Вы писали сообщение? Слал сообщение. Сейчас есть такая услуга, СМС-полиции? Сержант сразу. Сразу отвечает? Сразу. Ага. И что ответил сержант? Спите. А. Спите. Вы ночью писали, да? Типа, спите, это все нормально. Слушайте, ну, мы обязательно разберемся. Мы здесь для того, чтобы помочь. Спасите. Помочь и вам. Спасите. Помочь и вам. Мы поможем вашей семье. Итак, пожалуйста, наш следующий гость. Встретим. Ай-я! Так. О, хорошо. Какой мужчина зашел. Здравствуй. Здравствуйте. Вы кто? Арам Арзуманян. Отец армянина. Так, получается, вот и семья в сборе. Садитесь к сыну, присаживайтесь. То есть вы живете... Ай, орел! Вы живете вместе? Общежитие. Троечник. Аутентичный акцент.
Что вы говорите? Раздельно. Раздельно? То есть отец не живет, сыном оставил на тетю, вы съехали. Почему вы ушли из семьи? Авиакатастрофа. Авиакатастрофа? Вы летели в том самолете? Анталия, Армения. Отдыхать летали? Отдыхать. Так, и что? И в какой момент вы поняли, что я бросаю сына? Таможня. Таможня. Таможня? На таможне вы отдали сына? Алюминиевый ошейник. Алюминиевый ошейник. Отдавайте. Отцу пришлось отдать сына на таможне, чтобы не сесть в тюрьму. Что может быть лучше в эфире ток-шоу? Отец так. Оправдает орла. Сейчас там человек с буквой О офигевает. Так, на следующий гость аплодисменты. Проходите, заходите. Пожалуйста. Да-да. Здравствуйте. Вы кто? Орам Орзуманян. Настоящий отец. Оригинал. Оригинал? Оригинал. Самозванец? Оригинал. Оригинал. Стойте. Оригинал. 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 Стойте, стойте, стойте. Мне кажется, только Тарас знает, где настоящий отец. Тарас, пожалуйста, встаньте вы сюда. Тарас, встаньте в центр. Зовите сына, кому он прибежит. Так, так. Тихо! Тихо! Однажды. Однажды! Один орел. Так, я понял, я понял. Арам, 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 пожалуйста. Арам! Так, соседка. Орам. Соседка что-то хочет сказать, да. Скрываю секрет. Да, да, вы настоящий Арам, мне. Тато! Санитары сменили сыновей. Да, я от лица СТБ вам так благодарен. Да это такие рейтинги. А я кем вам внешний? На самом деле.